Всем привет, с вами Информ ТВ. Принцесса Уэльская на прошлой неделе поделилась радостной новостью с поклонниками. Она успешно завершила курс химиотерапии, направленный на борьбу с раком, диагностированным в начале этого года. Несмотря на то, что СМИ пишут «у короля Карла дела плохи», по словам близких королевской семьи источников, лечение Кейт все-таки прошло успешно. Она намерена как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Сегодня она уже приняла участие в рабочей встрече в Виндзорском замке. Но, тем не менее, по информации британского издания Hello, до конца года Кейт Миддлтон будет придерживаться облегченного графика, сократив количество поездок. В ближайшие месяцы она планирует участвовать в частных встречах и нескольких публичных событиях, включая ежегодную поминальную службу. Но это очень радостные новости для всех ее поклонников. Новые видео и фото, которые они ждут, скоро появятся в интернете. А вы рады, что Кейт возвращается? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!